Каждый год празднуют два праздника Николая. Первый 22 мая, второй 19 декабря. Праздник Николая, особенно зимний, отмечают торжественно, приглашая гостей. Известно, что всю жизнь он нес людям добро и милосердие. Более всего любят и уважают его дети. Для них он почетный охранник и всегда к ним приходит с подарками. В преддверии этого праздника при содействии депутатов Народного совета ДНР в школу-интернат номер 1 были доставлены подарки для воспитанников детского учебного заведения. Были получены подарки для детей, канцтовары, новогодние подарки, которые при помощи выделенной из Российской Федерации частных лиц Сумской области, Черкасского района. Также многие подарки, канцтовары собирались лично детками школ, детских садиков, которые проявляли инициативу, своими личными средствами и возможностями формировали посылочки и передавали сюда, в Донецкую Народную Республику. Декабрь – это месяц, когда все мы, взрослые, ждем каких-то чудес, потому что приближается Новый год. Ну а новогодние праздники всегда начинаются с праздников, посвященных Дню Святого Николая. И вот сегодня у нас праздник, который именно дети ждут, потому что Святой Николай приносит подарки. Ну и мы прекрасно с вами, взрослые, понимаем, что эти подарки приносят нам люди, которые неравнодушны судьбе наших детей. В школе-интернате обучаются дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки. Поэтому именно уже с сегодняшнего дня им несут подарки, чтобы дети чувствовали внимание, заботу о том, что есть люди, которые понимают, что детский праздник, он должен действительно быть с подарками. К Новому году будут сформированы сладкие подарки, а также детская обучающая литература и канцелярские наборы. Помимо этого, детям привезли необходимые медикаменты. Малыши совместно со своими преподавателями организовали праздничный концерт. Что вы будете показывать? Вальс. Вальс. А как вы готовились? Долго готовились? Да. Да? А вот ты уже загадала, наверное, желание. Что ты хочешь от Деда Мороза получить на Новый год? Куклу. Какую? Большую. Хочу попросить себе большого плюшевого мишку. Да. Ну и чтобы был мир над головой, самое главное. И не было стрельбы. Дарья Черничная, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ.